Окей. Привет, друзья. Меня зовут Илья Нодия. Мы сегодня снимаем второй день, снимаем продолжение истории вчерашней, которая началась с того, что наш фэнтезийный герой из мира Ведьмака, Ольгерд, был убит. Ну, точнее, был не убит, а просто погиб, потому что у него забрал душу Гюнтер. Человек-зеркало, дьявол и вообще очень мерзкий тип. И, собственно, ночь прошла, наступило утро, и история продолжается. Как это выглядело вчера, давайте я вам напомню, покажу. Это выглядело примерно так. Я тут быстренько-быстренько сделал очень странные коллажики. Вот, в принципе, наша входная картинка, где Ольгерд, в общем-то, видит горящую часовню, оттуда выходит плохой герой. Дальше портрет нашего персонажа, после этого была их встреча. Именно этот ракурс мы сейчас будем повторять. Потом, собственно, сцена убийства и вуаля, наш злодей, зеркальный человек забирает череп и уходит из кадра. Окей, а собственно сегодня у нас вторая история, которая продолжается на том же месте. Но что будет происходить здесь? У нас будет сгоревшая часовня. Ну, часовня или не часовня, мы еще подумаем, оставлять ли крест. Это в принципе не важно. В общем, место убийства. От Ольгерда осталась одна одежда, пепел, и в этой одежде будут рыться мародеры. Те люди, которые не знают таких понятий, как честь, благородство, они просто ходят, ищут, кого бы можно было ограбить или поживиться чем-нибудь готовеньким. В этот раз готовенькое нашло их у этого сгоревшего дома. Они будут рыться в вещах погибшего Ольгерда, возьмут его меч, возьмут драгоценности, но их настигнет возмездие, гвардейцы из ворот выбегут и надают звездюлей плохим парням. И, собственно, у нас сегодня будет съемка очередная в средневековом формате, будут клевые ребята, которые уже готовы и одеты с мечами, щитами, топорами и защитой. Вот. Выглядеть раскадровки будут примерно так. То есть у нас сейчас будет общий вид на развалины, на полянку. Потом крупный план того, как главный мародер будет забирать вещи Ольгерда. В этот момент прилетает стрела в одного из мародеров. Показан отряд гвардейцев. Они бегут. Встречаются, происходит битва, и в итоге мародеры погибают, гвардейцы остаются в живых. Вот такая вот история. Кого мы будем убивать, кто будет в каких позах у нас находиться, все это мы будем решать в процессе съемок, потому что, мне кажется, так интереснее и, правда, немножко подольше. Вот, зато у нас сегодня светло, у нас чудесная погода для съемок, мы будем использовать всего пару источников света, не как вчера. И пользоваться теми дарами, которые дает нам природа. Сегодня у нас очень ровненький свет, поэтому мы сможем моделировать красивый рисунок на лице всех персонажей нашими вспышками. И, в общем-то, должны идти быстрее, чем вчера. Нам не нужно будет подсвечивать кучу объектов, там дома. Возможно, сейчас еще немножко подымим. Окей, в принципе, вот такие пироги.